Свою родословную жители Ярославского региона теперь могут узнать через портал госуслуг. Сотрудниками областного архива оцифровано более 3 миллионов изображений редких документов. Все они в хорошем качестве уже выложены в интернет. Очереди в читальном зале Ярославского архива в прошлом. Благодаря кропотливой работе по сканированию, редкие исторические документы стали достоянием всех пользователей интернета. Достаточно активировать автоматизированную информационную систему архива. Теперь получается, что любой житель Ярославской области может, зарегистрировавшись на портале услуг, посмотреть электронные документы Ярославского областного архива, которые могут помочь ему в составлении родословной. Уже оцифрованные данные переписи населения 19 века, метрические книги. В скором времени в сети появятся исповедные росписи, где ежегодно фиксировались все жители уездов, побывавшие на исповеди в Страстную неделю. В публикации готовятся и ревизионные книги казенной палаты с необычным названием «Ревизские сказки». Передо мной уникальная книга 1782 года, так называемые «Ревизские сказки» Ярославского наместничества Мышкинского уезда. В данном случае сказки – это не то, что мы привыкли под этим понимать, а перепись населения для сбора налогов. Новым электронным сервисом могут воспользоваться и жители других регионов России. Уже поступили заявления из Томской области, из Самарской области. Много заявлений поступило из Санкт-Петербурга. Те, кто раньше не имел возможности к нам приехать, теперь могут, не выходя из дома, зарегистрироваться и получить доступ к интересующим сведениям. Как сообщили сотрудники архива, через интернет также можно будет оформить запрос на интересующую архивную информацию, и она будет доставлена адресату. Владимир Балонгин, Игорь Морщаков, Вести, Ярославль.